Около 100 имамов в республике сегодня получили сертификаты об окончании курсов повышения квалификации. Месячное обучение для них организовало Духовное управление мусульман КБР. Курсы прошли не только священнослужители, но и их помощники. Торжественной церемонии предшествовала аттестация. Знания проверяли ученые из Северокавказского исламского университета, КБГО и Института гуманитарных исследований. В этом году программу обучения усложнили, добавив ряд предметов, в том числе историю распространения ислама на территории нынешней Кабардино-Балкарии, историю самой республики, этику и психологию. Этого требуют нынешние реалии, объясняют инициаторы курсов. Чтобы сегодня старшее поколение, которое находится предводителями мусульманских организаций, для того, чтобы они умели правильно доносить истину до прихожан. Они не только с прихожанами общаются, они общаются вообще во всем населенном пункте. Эта работа заключается не только в том, чтобы похоронить и зарегистрировать брак. Это учителя, это люди, которые наставляют. Этот выпуск юбилейный 10-й самому старшему слушателю за 80, младшему 11 лет. Следующее крупное мероприятие Духовного управления мусульман – конкурс чтецов Корана. Районные туры стартуют сразу после Рамадана.